И сразу же в это же мгновение запись начинается. Нифига себе, здорово, щенок. Продолжаю играть в Хогвартс, продолжаю убивать 100%, все коллекции были, все Мерлины. Все, что ты так рьяно желал, так рьяно хотел увидеть, оно все будет здесь. Все будет здесь. Мы просто продолжим дальше, все, хорош. Я тебе все, в принципе, сказал. Но сейчас микрофон вроде как причмокивать, что ли? Понял, подожди. Все, должно быть кайфы. Welcome back. Ревелио. Конфринго. Блять, не то. Продолжаем. 2.5 часа счастья. Благо у нас здесь есть и всякие квестики неподалеку, интересные, наверное. Стучите, знаете, что надо проверить пойти? Надо проверить наших животных. Там мне осталось буквально одного, по-моему, животного развести, и мне дадут всякие клевые хрени. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Я смогу поискать? Я не могу. Ладно, могу так. Все, нашел? А, мне нужно в этой, типа, штуке найти, типа, в этой area. Так все, да, все, больше никакого причмокивания нет. Ебина отвар. А, стоп, я нашел астролябию. Ну погнали сдавать квест тогда. Еще один серый шарф. С узором пустыни. Не, слишком много коллекциблов, конечно, сделали. Слишком много. Слишком много локаций. Это тоже. Бред моржа просто. Бред сивой кобылы. Didn't find the dive too terribly difficult. Нет. Hello, Grace. Да. Oh, how incredible. Да. В общем, красивая коллекция про темную магию. Красивая коллекция про темную магию. Это та, которая типа DLS, ну не DLS, но типа DLS, да? I did. It will. Thank you so much. You do well to keep an eye out for more spots to dive. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Отстань, все, отстань. Давай смотреть на темную коллекцию лучше. Это ты про вот эту говоришь, да? Мантия темных искусств, которая там плащ, шарф. Да, они очень крутые. Мне тоже понравились. А давай ее и наденем, а что нет? Во. Мне тоже, да, очень нравится. Она анимированная. Это, мне кажется, единственное вообще, что тут анимированное есть. Вот, маску не надену. Маску не надену, потому что у меня есть маска получше. Но шапка, она чисто такая, знаешь, русская. Русская такая шапка-ушанка. Меня, в принципе, устраивает персонаж. Можно шарф поменять еще. Какой-нибудь тоже прикольный. Вот какой-то... И не шарф совсем. А чё? Тоже какой-то просто, не знаю, тоже херь какая-то. Вот этот шарф, наверное, прикольный. Вот этот шарф прикольный, кстати. Давайте с таким ходить. Но у меня много шарфов. Да ладно, этот поприятнее, прикольно. Шапки дерьмовые. Ну, типа, да, но ну, посмотри, какая маска вот этого. Тыквы. Она вот клевая, мне кажется, не знаю. Мне нравится. Так-то да, все шапки, которые... Ну, рыцарская еще, наверное, нормальная. Прикольно, как будто я в Dark Souls играю. Мне маски не очень нравятся. Как-то моему персонажу не идут маски. А так здесь, типа, есть тоже прикольные шляпы. Обычные, из другого набора. Какие-то цилиндры вон. Ну да, вот эти шапки мне не очень понравились. Для, типа, волшебниц. Для ведьм, я бы даже сказал. Вот они мне не очень понравились. Но вот эти, наверное, прикольно. Смотри, я такой детектив-сыщик, как будто. Но, не.
Давай оставим так, как есть. Все оставим так, как есть. Цилиндр черный смел гармошку, да. Надо сюда песни Киша реально заводить. Но, по-моему, песни Киша, они тоже распространяются по копирайту. А неприятного опыта у меня по копирайту уже очень много было. Ладно, не очень много было. Я бы сказал три. Три раза мне пришлось полностью форматировать стрим. Это калово было. My husband? Oh, I'm terribly sorry. Theophilus Harlow! I'm sure of it. He's been threatening my husband. I don't mean to be grim, but... Archie's satchel is missing. Mm-hmm. He may have left on his own. Mm-hmm. I hope he wasn't here when Harlow... Mm-hmm. Do you know which way Archie might have gone? Mm-hmm. He has a little... He never mm-hmm. wanders far. But if he witnessed Harlow, I'm afraid to leave. Мы найдем вашего сына. Погнали. Погнали искать сына. Нати. Мне вообще пофиг на этого сына абсолютно. Угу. Угу. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Mm-hmm. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. Mm-hmm. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Hallow that we need. Ой, а я здесь был. Я помню, я собирал этого говно. Я тут этот самый... Страницу собирал. Пейдж, но не помню, как он называется. Да. 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 Где? Окей. Я как будто ведьмаком стал каким-то. По следам начинаю уходить. Смотри, она просто чисто по следам бежит. Угу. О, собаки. Где? Запустите объект в врага, используя заклинание депульса? Ладно. По-моему, это засчиталось. Так, у меня еще есть один шанс. Походите. А не то! Да пульса же надо было. Ай. Гарри из Риви. Реально. Блять, все, опять просрался. Ну, где-нибудь есть еще один какой-нибудь камень? Просто один запустить. Нифига нету. Все, ладно, понятно. Пошел ты. Гори, зреви. Я нашел сумку. Сумка вот. Арчи Сатчел. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio. Revelio. Archie went this way. Бежим. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. Походу, какие-то доказательства, что Харлоу мудак сраный. He would never overcome it. Оверкамет. Я бы с удовольствием оверкам. A fork in the road. We will need Revelio again. Revelio. Multiple sets of footprints. Oh. Oh no. Harlow caught up to him here. Oh no. Good. They went this way. Oh no. Ребята, если вы увидите корову, сразу кричите, потому что есть ачивка на то, чтобы перевернуть корову 15 раз или типа того. С помощью флиппенда.
Фестралы достаточно страшные, я бы сказал. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was only... Мне Себастьян нравится. I still see him so clearly. Мне Пеппи, в принципе, тоже нравится, но Себастьян мне нравится больше, я бы сказал. Себастьян мне прям очень понравился. Let us keep moving. В принципе, его история мне тоже понравилась. Я, правда, не до конца, я еще допрошел, там один квест еще остался. Финальный. Ревелио. Потому что, как ты можешь видеть, у меня нету этого самого. Как он называется? Вот этого, короче. Авада Кедавра нет. Камин-аут, да, там камин-аут реально происходил. А я что-то прослушался. Ну, там кто-то умер, отца не было, мама что-то тоже не было. Все. Я что-то устал уже всех их слушать. Глациус. Используй глаз, чтобы заморозить врага. Все. Чё мне вы... Блин. Используй Глациус, чтобы заморозить врага. А почему мне не засчитывается, я не понимаю. Я же использую Глациус, чтобы заморозить врага. Нет? Я не делал, что ли? Так? Гадя, я могу просто сюда зайти? Нет, не могу. Почему даже подходить? Используйте Глациус, чтобы заморозить врага. Я не знаю, не работает. Заморозил тебя. ХЗ, не засчитали. Я не знаю, что я сделал не так. Мне кажется, я сделал все правильно. Я взял, заморозил врага. Поппи немного такая, она прикольная, но она такая немножко немного зазнайка, я бы сказал. Порежьте дуэлянку банды, ну это просто. А второй там что? Используйте мандрагору против врага, ну это, кстати, тоже могу. Так, где дуэлянка? Это не дуэлянка, это какая-то кэтшуин. Или ты считаешь, что дуэлянкой? Не, она не считается дуэлянкой. Блин, ну Себастьян вообще ультракровый, я не знаю. Если тебе не нравится Себастьян, то, ну, это... то проблема у нас с тобой получается. Пора тебя выгонять со стрима, пора тебя банить. Себастьян вообще тезка мой, как бы. Не понимаю, как можно раздавать дуэльные уловки вот такие вот, которых типа даже и нету. Которые я не могу сделать. Или которые я могу запороть, например. Это же странно. О, погоди, я слышу, по-моему... Нет, это снайпер. Токсик? Он не токсик, он всегда извиняется за все. Он наоборот, очень умный и порядочный. Он каждый раз, когда, типа, я ему говорю, типа, чел, ты зазнаваешься, он такой, бля, сорян, да, типа, эмоции берут вверх и все. То есть он не токсик, он наоборот, у нас учит куча заклинаний, он нас всему вообще научил, по сути. Повод для той моча. Тебе пора усмирить свой...
пыл в сфере чата. Азкабан по нему не плачет. Азкабан вообще... Кстати, Азкабан клёвый здесь сделали. Мне понравилось. Но так странно, что типа только... пуффендуйцы могут попасть в Азкабан, а все остальные типа к этому вообще даже не причастны и не будут причастны. Это странно. Не знаю. Странно, что у каждого дома нету своего какого-то дополнительного квеста для этого. Я бы хотел, чтобы у каждого тогда дома был свой квест интересный по этому поводу. А их нету, только у Пуффендуя есть. Это очень странно. Это невероятно странно. Зачем? Почему? Азкабан по нему не плачет. Он использует... Ну, я говорю, я последний не проходил еще квест. Поэтому не могу сказать, плачет по нему Азкабан действительно или нет. Пока что, в принципе, с ним все нормально было. Он был клевым парнем. Извинялся постоянно всегда. Типа, такой, типа, бля-бля, сорян. Реально перенервничал. За все извинялся. Но он, конечно, идет вперед. Потому что, типа, он за свою сестру переживает очень сильно. Это, в принципе, логично. Он уже просто устал искать лекарства и не хочет сдаваться. И типа, ладно. Еще не знаю, Себастьян топ. Он, кстати, всегда за нас выступался, помогал нам всегда, прикрывал, не сдавал нас никогда. Может быть, он немного токсик, но типа... Он хороший друг, очень хороший друг. Ну, уже наш сыщет. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please. Да мы убьем его. Thank you. And thank you for I can never repay the two. Бегите из города. Бегите из города срочно. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. Окей. Да не потому что знаю секрет. Они секрет знают 100%. Ой, да ребят, мне не сложно было. Excellent broom. Ну, excellent broom, да, не говори, кстати. Я так странно выгляжу, конечно. Как это клево, как это круто вообще, не знаю. Просто кошмар, как клево. Очень нравится. Так, что мы делаем? Что у нас вообще по всему? По испытанию, например, с чем закончено? Нет. По боям. Да, топиройки. Еще 20 надо. А сколько этих? Еще 2? А потом еще 40 с чем-то, да, будет этих дуэльных уловок, блять, как-то душно. Зачем эти дуэльные уловки? Зачем? Почему их так много? Мне кажется, их надо было меньше. Лучше бы я больше челов убил, чем эти дуэльные уловки делал 100 лет. Чё? Почему это астролябия у меня до сих пор как квест есть здесь? Мне не засчитали, что ли, его, или что? Не засчитали? Все, вот написано. Почему оно у меня тогда на карте осталось еще? Что бред? Блять, это просто презрение какое-то, ладно. О! Ну что, получается, гонки на метлах? Наконец-то. Погнали, его сделаем. Я, в принципе, подготовился, в принципе, готов. Пора это заканчивать. Гонки это сложно? Да не. Сейчас затащим. С первого раза вообще.
Иди в жопу. Изильда, Рейс, Эмильда. Did he know? I tried to help him once. He nitpicked my flying technique. And that... Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from... Caught wind of you showing off in flying class with Клоптон. Ты просто завидуешь. Seems someone's jealous of my skills on a... Slytherin Quidditch cat. А, она еще слизеринка, ну вообще в пизду пошла. Я даже ее слушать не хочу. I can't be having that. Perhaps I am a competition. You're not even Slytherin. Could be a useless... Enough of this. Only one way to find... Давай, давай, давай. Я тебе потом в лицо плюну, когда я побежу тебе. Без проблем. Погнали. Actually, why not? I'm so looking for... Че, нужно за 2.20 типа прилететь все? Ладно. Сейчас попробуем. Значит, про токсика. Чего? Вот что нужно было знать про токсика. Ну так он-то не такой слизеринец, он хороший слизеринец. Это вот она токсичная козлина. А Рою. Сейчас урою. Я лечу как этот, как боец, как беглец, как молодец, как нихуёв сосед, я бы сказал. Я прям все собираю на своем пути. Нормально, обгоняю ее. Не на дуде регресс, так сказать. Но слизерины, они, да, практически всегда токсичные мрази. Я был, наоборот, удивлен, что здесь слизерины, они не такие токсичные, в принципе. Дают квесты нормально, типа, общаются тоже нормально, так что... Понятно, кайф. Так, Дас Рус, я не понял, ты мне сказал, что это сложно. Где здесь сложности? Или ты на руле играл? Может быть, на руле сложно, конечно, пройти было бы. Но тут не знаю, вот, изи. Бам, победа. Гизи вообще. Штраф за пропуск колец здесь можно было взять. Окей, понял. Ну хз, это было прям просто. Просто вообще. Простота. Начальные гонки, понял. But you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Мне не нужно твое уважение. I don't want respect from the likes of you. Insult people. Реально. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. Okay. You can try to prepare by racing this course again. Mm-hmm. Just check in at the podium where the leaderboard is. You can check. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. В следующий раз узнаем, окей. Мне же не нужно будет еще раз проходить эту гонку. Мне все же, типа, я же сделал ее уже, да? Или мне нужно на первое место встать? I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. Мне нужно на первое место встать? Наверное, не нужно. Не нужно. Я не хочу. Я не хочу перепроходить. Так, давайте еще вот этот вот квест сделаем. Я помню, меня когда-то обыграли здесь. Но я пришел за реванш. Ну, типа, не он меня обыграл, а меня в самом начале обыграли, помню. Давай. Поле призывателя. Давай, 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 давай. Давай. Я в настроении, чтобы мне, так сказать, все лизали яйца. Но мне не нравится эта игра, она какая-то не особо интересна. Нихера себе он крутой. Соси болт. Ладно, я окончательно спать. Буду жить 600 лет. Фига себе, ты запомнил.
Давай, приятных сна. Снов. Снов. Не падай! Нет! Да, сука! Ну отпусти! Нормально, 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 нормально. Ну я не знаю, мне кажется, я прососал, да, уже. Ну сейчас еще собьет, да, мое говно. Сколько у него? 130? Ну я не знаю, что я смогу сделать, чтобы победить. Надо как-то сбить, но а как я собью? Так только отобью. Так я ему, по-моему, только больше очков дал. Да, я обосрался с первым. Да. Пошел ты. Собачий сын. Давай еще раз. Давай, давай. Хорошо, что не на деньги играем. Я первый хожу? А, нет. Try to beat that. Акио. Нет, стой, ну куда ты? I've seen worse. Акио. Да! 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 Так, 50, 70. Мне нужно сколько? 40. Мне нужно тоже 50. И оттуда это сделать еще как-то, каким-то образом. Ой, я что-то даже не знаю, как мне тогда это так провести-то. Вот отсюда разве что. Пизда. Сука, проебался. А, блядь, какая-то душная игра. Просто пиздец. Ай. I'm game for another round. Блядка. You could use. Просто кафонари, просто ненавижу тебя. Пошел ты, вот сзади тебя буду стоять, чтобы мешать тебе. Припись, припись, припись. Просри, просри, просри. Ну. All in the wrist. Акио. Ну стой, ну куда ты едешь? Пиздец. Вот это она встала, конечно. Отлично. Сос, этот шар, конечно, стоит, это. Надеюсь, он. Ну, он не должен попасть по нему больше. Все, меня, в принципе, любой теперь устроит. Он вообще вон обосрался в конец. 10. Ну, я уже победил. Найс, ну все. Самая легкая игра, на самом деле, вообще с первого раза победил.
Вообще, изи. Даже не почувствовал, я бы сказал. Никогда легче игры не видел. Остроился, дело не вези. I'm not lucky, I'm simply... Alright, fine. You're right. I'm simply better than you. Да, конечно. The others. I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Просто это не для тебя. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others... Завязывай с этим делом. Ты просто позорище для семьи, для всех в Хогвартсе. Зря живешь в этом мире, я бы даже сказал. Пиздец, блядь. Как я такое вообще могу говорить? Просто несколько раз сам обосрался. Что-то еще ему предъявляю. Ай, еще дальше немножко. Окей. Где? Где? Еще где там сверху, да? Понял. Карты. FK. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Будешь пользоваться мной, я понял тебя. Нацай. Спасибо за использование. Это Феникс? Красивый. Ревелио. Где? Акио. Ревелио. Ты где? Ага, вот. Ипопаточники. Ага, ипопаточники — это волшебные летающие насекомые, производящие патоку, которая при употреблении в пищу вызывает меланхолию. Они питаются крапивой и гнездятся в темных и укромных местах, где, к сожалению, известно, что они заражают ульи, оказывая пагубное влияние на мед внутри них. Ладно. Пусть так будет, ладно. Я, в принципе, не против. Я вообще пофиг на этих пчел. Хотя ладно, мед вкусный, так что нужно уничтожить всех паточников. Искоренить их. Вот оно, коридор травологии. Давай посмотрим, что это такое. Глянем. Мне, надеюсь, не надо сюда будет проходить по квесту. Может быть, у меня уже есть квест? Ядовитая отвага. Ну точно. Perhaps it doesn't care for light. Чем? Куда бежать? Ревелио. Окей. Ну там просто сундук. Вообще пофиг. Lumos. Нам это все не интересно. Единственное, что вам интересно, это квесты пройти. Что еще есть? А, есть, да, смотри-ка. Потом коридор сушеной травологии. Да реально. Ну вон нам штуку тут надо собрать. Че, это ничего не дало? Бред. Зачем это надо тогда? I imagine a piece of that enormous venomous tentacle would be enough for Duncan to prove his bravery. Хрена себе, она огромная. Я бы в эту пасть свой язычок-то засунул бы. Все?
О, можно выйти сразу, зашибись. Не надо было бегать 100 лет. Ну, кстати, в Хогвартсе я тоже все сделал. Мы можем сейчас по Хогвартсу походить, поизучать его. В принципе, тоже нормальная тема. Я как раз здесь хотел походить, посмотреть тоже все, поизучать. Мне, в принципе, нравится в Хогвартсе бегать. Больше, наверное, чем по не Хогвартсу. Так. Мне здесь кому-то надо сдавать квест, нет? Походу, нет. Или сейчас, типа, все ученики спят, потому что ночь. Походу, так. Сушалогии. О, ключик, погнали. Погнали. О, да. О, да. Да, ой, ох ты, какая ты, как снич летаешь прям. Ча! Думала пролететь через меня? Не. Я самый быстрый стрелок на Диком Западе. Так я уже видел этого говнаря. Почему мне? Что, мне не засчитали, что ли, его? Страница руководства? Что за бред? Я 100% ее собирал. Мне предстоит долгое приключение, я думаю, по Хогвартсу. 13.26. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну так, кстати, почти закончено. Мне кажется, нужно вот в эту локацию пойти. Ладно, давайте сначала с животными закончим. Потому что там практически все. Нужно парочку животных еще спарить. И на этом мы закончим. Так, что у нас здесь? Все спарены, правильно? У меня. Значит, это есть ребенок. Это есть ребенок. Это есть ребенок. И единороги есть ребенок тоже. Мне, по-моему, дириколов надо спарить. Мне, по-моему, дирикол не спаренный. До лета все собирать. До лета? Типа за мне еще месяц играть это говно? Я надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. О, ачивку дали. Все, опустить корни, зашибись. Вырасти все виды растений. Найсы, найсы. О, да. На самом деле, мне кажется, я до лета не успею все ачивки собрать в этой игре. Что я думаю. Так, ну эти доберманы у меня... Чтобы начать разведение новой твари, нужно... Да. Коты есть, нюхли есть, жабы есть, эти есть. Все. 4. Там тоже 4, 8. И в третьей штуке тоже надо 8. По-моему, у меня в третьей штуке только 3. Сейчас еще разведем всех животных, короче. 12, а их все 13. Ну, по-моему, надо развести только 12. Так, значит, смотри. Ребенок есть. Норм чел. Это один из подписотов, так сказать. Дирикол. Мужчина, собственно. И дирикол женщина. Так, Десрус. Тебя назвать дириколом? Тебя назвать? Каким-нибудь вот хочешь быть мужчиной дириколом? Давай я тебе переименую. Как там у тебя ник? Дес. Десрус не надо? Ну ладно. Тогда будет просто Дес. Не надо. Только не это. Только не кринж. Все, ачивку за питомца тоже дали. Такова природа тварей. Фух, кайф. Больше сюда не надо возвращаться. Как хорошо. По-моему, только еще за зельями, может быть, надо, да? Там есть ачивка на все зелья? Не уверен.
Пройти все испытания медленно. Каждого врага, все побочные, все очки талантов. Найти все деми-масок, но это нам еще предстоит 40-й уровень. Арены. Флипенда на любой корове 10 раз. Вот нам надо флипенда на любой корове. Точка с летучим пламенем, все могильники. Зафоловец. Да не обязательно, чувак. Пошел ты. Обязательно. Я не считаю себя особо интересным, прикольным. Как, не знаю, какой-нибудь там Пленов или Мэдисон. Наверное, единственные два чела, которых я смотрю. Ну, либо Бэй. А я особо не веселый. Че, хожу, ачивки собираю. В свободное время летсплей записываю. И шорты записываю с этих летсплеев потом. И все. В принципе, я больше нихера и не делаю. Так, погнали в Хоксмит. Сразу сдадим этот самый. Прокачаем метлу, если получится. У меня друзья веселые. Вот когда они приходят, то весело становится. Просто потому, что они сами разговаривают, болтают, и они веселые ребята, и умные. Я так, я бы сказал, я чисто как саппорт. Я хороший саппорт. Где там эти метлы? Вот здесь. Сам такой, сам такой. Да, я побил рекорд. Мистер Уитс, incredible! Miss a little turbulent and it's wanting for a bit. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Ты сам Бэтмен. Oh, thank you. That's precisely what I need. Even the naysayers will be forced to admit that my work's at... I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to... Слушай, можно все метлы у него купить? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Нет, ты Бэтмен. Нет, ты Бэтмен. Не надо меня все перекидывать. Если ты Бэтмен, вот ты сам Бэтмен. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Нет, ты Бэтмен. Нет, ты Бэтмен. Welcome back. I've arranged a special price on the... О, зашибись, давай. I truly appreciate all of your help. Спасибо. Можешь мне квест дать? I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumors of a... Without the information you provided, нет, ты Бэтмен. My work would have taken twice as long. Thank you again. Нет, ты Бэтмен. Ambitious, but I've already begun work on I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course. If you were to test this first upgrade. Давай, 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 поехали, давай. Давай, давай, давай. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Умные, веселые друзья подъехали. Да, это тот чувак, который как раз с вами болтал час назад. Который спать пошел. Это ты Бэтмен. Он Бэтмен, скажите ему, что он Бэтмен. Он меня постоянно Бэтмен называет. Хотя сам, блин, Бэтмен вообще. Сундук здесь еще можно будет взять, зашибись. Ну это веселый подъехал, друг. Ты веселый. Я это самое. Мы с тобой и с Джоном, к сожалению, не сравнимся. Джон это прям... Еще Алекс здесь есть. У него меч. У него меч, да. У него в штанах меч, я бы сказал. Я видел его меч. И у него прям такой отменный, я бы сказал, меч. Где этот сундук, который надо собрать в этой деревне? С Шуаной. Где? Ладно, поехали на...
на гонку. Ладно, так и быть. Это опять ты, что ли? Hello, Imelda. So, another trial. So, what? Oh, I have plenty. They're just not very good. Mm-hmm. No one sets records by wishing for them. Mm-hmm. And are you going to try to beat my fly? Mm-hmm. I'm ready to fly. Mm-hmm. Finally. Поехали. Куда лететь? А, вон, вижу. Ой-ой-ой, там какой-то со мной манекен летит. А что, она сама не летает, что ли? За нее манекены летают? Все, поехали. Оп. Ой, слушай, слушай, ну теперь да, тут немножко поворотики, конечно. Текстурки не погрузились. Они манекены решили меня загрузить, чтобы я хотя бы хоть кого-то видел. Ладно. Ладно, а я думаю, я уже в хоррор игру играю какую-то. Acceptable? Да мы летим как настоящие гении полета. Мы и есть полет, мы скорость, мы ветер, мы банда, мы кайфные ребята. Ахаха, вот именно. Из Зельды это там пусть чел насосет. Так, я Мерлин Трайл вижу, надо остановиться на Мерлин Трайл. Не знаю, гонки пока что все еще достаточно простые, я бы сказал. Но я опять не займу первое место, скорее всего, в таблице, но мне и похер, соответственно. Мне надо только ее рекорд побить, и все. А уж пытаться потом еще больше, не знаю, не вижу смысла. Мне ачивку за это не дадут и ничего не дадут, так что... Все, кайф. That wasn't too bad. Что это такое за... Что это такое? Джонни 2077? Это киберпанк? Что это такое? Заспамил там какого-то чела красного. На самом деле на DMC больше похоже, чем на киберпанк. Заметь на меня зуб, да мне пофиг вообще. Yes, well, I am. Anyway, you'll not have the same luck on the South Coast course. Угу. Посмотрим, Изельда. We'll see, won't we? Ну вот этот на киберпанк похож, да, то, что сейчас скинул. Вот эта желтая штука, да. Rest on. See you at the South Coast trial. If... To race this course again, visit the podium with the leaderboard. Слушай, я опять второе место занял. Опять Руби Вилл там какая-то. Странно, что все на нее тучат зуб, если на первом месте всегда Руби Вилл. Так что, типа... Не знаю, странно это все. Странно это все, господа. Все это очень странно. Блин, Мерлин Трайл вот здесь пропустил. И тут вот есть Мерлин Трайл. Тут еще вот записка есть. Давайте соберем. Давайте все это соберем. Раз уж мы тут рядом... Раз можно просто телепортироваться. Раз там игра позволяет. Нифига себе, как высоко расположились они. Ревелио. Так, что это такое? Перуанский порошок мгновенной тьмы. Этот порошок из Перу при подбрасывании в воздух создает непроницаемую завесу, устойчивую к большинству создающих свет заклинаний. Члены банды Пипламбы используют его, чтобы незаметно обворовывать окрестные деревни. Окей, ладно. Пусть обворовывают. Мне нормально. Здорово, ребят. Где у вас здесь... Я у вас сундук. Я вижу, кстати, один сундук.
Это тот самый сундук и есть? А, ну, видимо, да. Поднимется солдаты, банды, воздух. Не буду это делать. Это какой-то кал. Ой, я застрял опять, походу. Не, все, нормально. Да нет, 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 вот так. Блин, Мерлин Трайл прям тут еще находится. Ай, ладно, еще подожду, пока они уйдут. Что-то у меня там за этого запалить хотите? Меня там нету, не надо. Меня там нету, не надо. Все? Нет, тут стоят все еще. Все? Пошли вон. Блин, чел просто теперь стоит на Мерлин Трайле этом. Ну не надо, ну не надо. Не надо. О, смотрите, все челы просто стоят в ряд. Ну ладно. Меня дважды просить не надо. Типа они же сами выстрелились как бы в ряд. Так, что надо делать? А, опять бомбарду использовать, да? Окей. Бам. 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 Шо, где, куда? Вот это. Окей. И еще одна, да, где-то? Угу. Кайфы. I'm hardest rock right now, ребята. Hardest rock. Тут еще дофига, да? Да, тут еще прям нормально так. 90 из 116 сундуков собрано. А здесь... А, вообще везде, да? Во всем высокогорье. Ну, то есть мы почти закончили так-то. Хотя Мерлин Трайлсов еще до хера и этих магий, шаров. Ну, шаров, кстати, немного осталось. Астрономических хреней, платформ и врагов. Ну, слушай, нет, почти все закончили, на самом деле. Реально. Реально. Двигаемся к цели потихонечку. Квестов там, правда, еще будет очень много. Очень много. Back from your latest flight. Да. I want to hear all the particulars. Да. Good news, Mr. Weeks. Угу. Brilliant. I knew the upgrade had. Угу. It rides well. Does get a tad shaky at top speed, and the handle wobbles a bit. Угу. Ah, yes. Hmm. Угу. If it means another upgrade, the pleasure's all mine. Угу. You sound as determined as I am to improve. Угу. If I'm right, and I do hope I am, you'll be hearing good. Угу. Thank you again, truly. Мать, сейчас выйду, зайду, а у него уже появится новая штука. Почему они решили использовать вот эту женщину для того, как будто я тебе делаю штуку, не знаю, хрень какая-то. Там эта девушка, это единственная моделька, которая мне не нравится в игре, наверное. И они решили ее использовать везде, походу. Давай, давай. 4000, ну ладно, забирай, шалунишка. Угу. You like me to report back with you? Угу. You know me well. Miss Ray is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumors of weather. Uh-huh. However, if you're flying high above... Угу. I'm not worried, Mr. Weeks. I hope you are able to complete these trials.
I have a of course. I look forward to our next meeting. Четыре тысячи за метлу. Нет, это за апгрейд для метлы, понимаешь? Это не за метлу. За метлу 600 я заплатил. Теперь апгрейд для метлы. The way. Do you know the way? Мне здесь нужно где-то еще найти один сундук и 6 херей. Но я не вижу уже ни одного замка, вообще ничего не вижу. И даже ничего не тыкается уже. Я здесь все собрал. Я здесь сели, все проходил уже, обошел. Где здесь еще можно найти эти пейджес? Уже ничего не тыкается нигде. Ревелио. Я все еще не могу найти корову. Я вижу всяких остальных челов. Типа коз, не знаю, овец, пауков, пероек, птиц, сов. Вижу всех абсолютно. Но коров нету. Где коровы? Мне надо перевернуть 15 раз корову. Пожалуйста. Мне кажется, что я на самом деле просто родился неправильно, раз я хожу и выбываю ачивки. Мне кажется, что у меня все-таки что-то не так с психикой, походу. Возможно, мне нужно обратиться к врачу с этой просьбой и проблемой. Может быть, они мне скажут, в чем у меня некая вот эта проблема. Почему я не могу, так сказать, оставить в покое игру, пока, типа, не пройду полностью ее. Ну, почему нельзя здесь на метле это летать? Научился убивать топиройку, переворачивая ее и отрезая язык. Нет, я ни то не учился, не научился. Ни отрезать язык не научился, ни переворачивать ее не научился. Но кошку нашел зато. Поглажу кошку. Давно пора обратиться к врачу. Я говорю, у меня смешные друзья. Порежьте. О, порезать я могу. Порезать — это моя тема. Сейчас приземлюсь. Это пушится видно? Болтающийся тупероик. Тупероик надо порезать. Но это все пушится видные тупероики. Где болтающийся тупероик? Ее же здесь нету. Ну как можно давать такие задания, если здесь нету то, что я могу сделать? Нахрена? Это пушится видная тупероика. Это не болтающийся. Болтающиеся имеется в виду типа в воздухе, так я не могу их поднимать в воздух. Не знаю, но это, блядь, это бред какой-то просто. Поет дальше. Вот еще отвлекаться буду на это говно. Так, Эмельдер Райс. Слушай, погоди. Тут еще одна есть, Мэлин Трайл. Как я так пропустил? Почитай инструкцию по бою с топероикой. Там написано. Ладно. Сейчас почитаю. Это у нас где? Понимаешь, я даже не открывал это никогда. Это в заданиях, наверное, да? Нет. Наверное, в испытании. Не, наверное, в коллекции. Коллекция врагов, наверное, да? Сейчас найдем. Твари. Нет, это не то. Внешние виды. Во, враги. Топероики.
Если ее пасть широко раскрыта, то на мясистый язык топировки можно воздействовать с помощью левиоса, чтобы поднять ее в воздух. Ничего себе. Есть особенно уязвим... Они особенно уязвимы, пока пытаются отправиться в момент, когда атакуют в этот момент. Мощные заклинания, их можно легко перевернуть. Окей, ладно, понял. Давайте с пауками прочитаем, как там пауков в эту закопать лицом. Это не то, я так понимаю, да. Отравляют цель, нанося длительный, но отвар должен отрезовать. Флиппенда. Когда эти пауки начинают зарываться, их можно выдернуть из земли при помощи флиппенда. Понял. Они умирают даже при соприкасании со щитами. Окей. Их идут атаки, они на слабый урон. Окей, ладно, я ебал. Я понял. Я что-нибудь придумаю в следующий раз. Волки, кстати. Завершить бой в определенное время. 30 секунд. Изи вообще. Все? Считается? 3 секунды? Кайф. Блин, спасибо тебе, Десрус. Ты Макмиллан от мира Хогвартс Легаси. Настроил свой титул в Диабле на магическая грязь. Спокойной ночи, приятных снов, магическая грязь. Ну ты знаешь, что ты Бэтмен, на самом деле, а не магическая грязь. И всегда будешь Бэтменом. Ничего никогда не сможешь сделать с этим. Так, что здесь какое дуэльное? Прерывать атаку дворняги, используя депульсы. Моя тема. Работаем. Кайф. Не ты. Я так понимаю, то, чтобы там штука эта открыть. Но это-то не пойду, нафиг надо. Погнали. Все? Кайф. Магическая грязь. Это, конечно, смешно, да? Я уже всю жопу отсидел себе, ребят. Может, мне тоже пора заканчивать? 5 часов все-таки уже гэмаю. А, это какая-то фамильная гробница. Ну, раз это гробница фамильная. Погодите, а где она? Я как-то видел на стриме чувака, который в идеале помнил про каждого врага их слабости. Ой-ой-ой, нет, спасибо. Я не голодный. Блин, ну крутой чел тогда получается. Он, видимо, больше фанат Хогвартса Легаси, чем я. Потому что я прошел, и я хочу уже забыть об этой игре просто. Но он крутой, он-то крутой. Крутой. Так а что там про Аляшу-то? Ты мне так и не сказал. Ну что тебе Аляша-то напомнилось? С чего бы? Типа то, что у нее тоже там акула это на фоне какая-нибудь лежит. Чем-то такого? Should have known a herbologist would use devil's snare. Lumos. Мне туда не надо, да? Вон сюда куда-то. Так. Incendio. Бомбарды, давай, поехали. Забей из прошлого. Наверное, уже и не стримит. Вышла замуж и родила. Когда я рожу, я, скорее всего, тоже перестану стримить. Потому что мне заплатят миллионы денег за то, что я рожу. Все деньги мира заплатят мне, если я рожу. Но я, к сожалению, не гермафродит, поэтому... 4 из 10. Ладно. Но это только твое мнение. Бай-бай. Спокойной ночи, давай. Приятных снов. Мяу-мяу. Точнее, гав-гав, елки-палки.
Я еще думаю, я полтора часа продержусь, и потом уже пойду. Все, спадки тоже. Меня вот это вот бесит, то, что здесь до сих пор. Мне удалось награду внешней виды. Я же уже закончил эту. Я уже закончил этот квест. Пожалуйста, оставьте меня в покое. Четыре из десяти. Ну, в принципе, 4 из 10 со всеми ачивками я согласен. Это типа 2 из 5, я согласен. 2 из 5 со всеми ачивками. Вполне, вполне. True story. Мне, кстати, интересно, сколько теперь мне дуэльных уловок надо? Если там 60 где-то или типа такого, мне... будет очень грустно, потому что мне эти уловки не нравятся совсем. Сколько? 42? Нормально, нормально. Нормально. В принципе, реально сделать. Бальто там какое-то дали. Пальто-бальто. Hufflepuff, over here! Хоть мне Хафлпаффа назвать, у меня есть имя. Obviously. Evidently too. They should be begging me to keep these trials alive. Not running scared. I'm surprised our new fifth year showed up. That's actually... I know I can be impatient, but I get frustrated by those who don't take things as seriously as I And in my experience, that's everyone. Так вот, почему она злая, понимаешь? Anyway, потому что она такая, типа, нетерпеливая. Все слизеринцы какие-то нетерпеливые. We'll soon see how I fare, won't we? I'm ready. Get ready to lose, Hufflepuff. Да пошляти. Блин, уже час ночи, у меня ничего себе. Поздно, поздно. Однако. Блин, ну типа, а как так лететь можно быстро так же, как вот эта штука? Ладно, пофиг. Я уже улетел. Сколько? 29 колец? Ну это нормально так. Я, кстати, так понимаю, что это последняя гонка. Так что должно быть вообще все по кайфу. По красоте, короче. Летаю себе, летаю вообще, как дятел, как орел мясный, ну. Не знаю, в принципе, достаточно приятно, прикольно. Летаешь себе, ловишь кайфы. Мне кажется, третья гонка проще, чем вторая даже. Если честно. Во второй как-то больше было таких поворотов дебильных. Я бы сказал. А тут ты просто летишь. А, вот так вот, если шары только не просирать. Воу, я туда вниз не полечу, в жопу надо. Я бы сейчас только врезался. Мне все равно самое первое место не надо. Воу! 3 секунды дали наказание. Ладно, вот это был хороший поворот, да. Это было ничего так. Ну ладно. Я все равно ее побежу, потому что уже конец. Так что пофиг вообще. Вообще пофиг. Все, кайфы. Да. Десрус видел, как мы победили. Это главное. Don't get too comfortable. I'll be on your heels in no time. My family's not going to believe the news when I tell them. Сколько у меня тут сообщений, кошмар. Almost. Yeah,
I take it you want to play for a team, but which one? I'm my father's girl. A chaser through and through. Mm-hmm. You'd know, as for a team, it's the Holyhead Harpies I've always drawn. Mm-hmm. When I'm finished with school, I'll try out. If for some reason I don't skig, herbology perhaps? Because if that did happen, you might as well pop me and call me a... Ладно, хоть ты грубый и так далее, и стерва, удачи тебе в будущем. Надеюсь, тебя возьмут в команду. Давай, удачи. Всего тебе хорошего. Glad you're here. Not bad. Ничего для Пуффендуя. Да, спасибо. Это я. Ничего такой. Хороший полет мне дали ачивку. Я так понимаю, за все гонки пройденные. Действительно хороший полет. Блин, я думаю, вот здесь, наверное, что-то есть еще. Блин, ну... Где я вот здесь-то мог два сундука просрать? Вот в... Стоп, чё? Все шесть теперь? Я же ничего не собирал там. Ладно. Окей. Здесь все. Здесь вот враг мощный еще какой-то есть где-то. Ну, так понимаю, это тоже по квесту, скорее всего. Потому что у нас уже был... Нифига себе, смотри, дракон летит. Хрена летит. Из какой-то бумаги просто сделанный дракон. Ну, ладно. Блин, здесь такая... Вот это вот зачем вся территория? Типа, это Дайлески планируется? Вот эти острова. Вот эти вот штуки. Или это, типа, просто так? Ну, видимо, просто так. Видимо, просто так. Ладно, а что у нас тут еще? Нет, так-то реально практически все закрыли, охренеть. Охрена себе. Ну, правда, в этих локациях еще дофига всего. Сундуки, страницы руководства, например, здесь вот. Платформа для приземления есть одна какая-то. Мерлин. Давайте тут соберем, наверное. I should let Mr. Weeks know that this was his best upgrade yet. Окей. Братан, сделаю все, что смогу. Все, что в моих силах, будет сделано. You've got Morgan's blood on your head. Волшебный камень, пока он готовится привести. Здесь есть. О. Сейчас обезвредим его. Да блин. Ну ты будешь чем делать, дружище. А, именно взрывную атаку. Ой, ладно, ладно. Где он? Ай, да и пошло в жопу все это. Задолбал меня. Все, все взял, можно ехать дальше. Тем более, мне если темных волшебников больше убивать и не надо. Буду на ком-то другом набивать руку. Да, тогда что-то потихоньку на самом деле чувствую себя сонным, конечно. Понял. Lumos. Ой, какой кал вот этот вот. Час ночи, конечно. Ну да, да, час ночи. Я ложусь спать обычно в 7 часов вечера, да. Так, что-то я не понял. А что, я двух собрал, что ли, мушек? Их можно все трех, что ли, собирать? Вот это откровение для меня. Ни хрена себе. Блин, если бы я знал, я бы, конечно, эти штуки делал быстрее. Вот, а тогда, Дорфеон, что-то меня не приглашают. Что-то как-то все очень странно.
Lumos. Ну, я, собственно, до сих пор не сел готовиться, если честно. Даже, типа, видосов не смотрел. Как-то мне так сложно сесть и начать готовиться. Просто невероятно сложно, я бы даже сказал. Что-то не могу начать учиться. Что-то меня останавливает это. Даже, типа, какая-то, вот это, знаешь, суть того, что зарплата будет больше, я как бы... Приходит осознание того, что придется учиться и там еще. Типа чего-то нового. Это, может быть, даже не сказал бы, может быть, что пугает. Это как-то, не знаю, может, демотивирует. Может быть, я отучил свое. Может быть, как-то так. Вот, ну, надо сесть. Я думаю, в воскресенье, вместо того, чтобы проводить стрим, не особо там много учить. Да я... Чё? Не знаю. Я думал прочитать просто какие-нибудь, типа, уровни эти, TCP/IP повторить там, типа, как софтвер, тестить, какие там тесты есть, вообще какие существуют. Вот. Да и на самом деле все, и забить. Сейчас, может, это не твое, может, ремесленник или шоумен больше. Ну, слушай, я почти закончил магистратуру, так что, наверное, все-таки учиться это частично мое. Нет, я имею в виду, что просто не могу заставить сейчас учиться, скорее всего. Потому что как-то устал от учебы просто в целом. Я все время учусь, всяким новым приемам, рисованием и так далее. Типа там как-то прогать, как там чуваков учить тоже постоянно надо. И в итоге, типа, шоумен, не знаю, не сказал бы я. У меня нету чего-то такого шоуменского. У меня нету гнили такой шоуменской. Которые, типа, знаешь, улыбаться, там, подстрекать. Если тебе куда-то не хочешь, но ты все равно идешь, там, улыбаешься всем. Нет, я если куда-то не хочу идти, обычно говорю, бля, я не хочу. Мне вот жопу это надо, я дома посижу, мне кайф. А шоумены, они обычно такие, они разъезжие ребята. Они такие, типа, веселые, приятные такие. Йо-йо-йо, всегда готовы там выпить, поддержать беседу. Ну, в принципе, я всегда готов поддержать беседу. Но, например, я не всегда готов выпить, потому что пить мне не очень нравится. Так, ладно, острый лук. Острый лук — это особенно мощный лук, используемый в некоторых отварах, в том числе в зелье от прыщей. Найс, мне бы такое надо, у меня прыщей постоянно много появляется. Лучше не прикасаться к нему голыми руками. Без проблем. You have my word. I won't do that. Revelio. I'm not really interested in that, so... О, вон там и астролябия была, кстати. О, и тут вот еще бабочки есть. Вот. Я бы сказал, что учиться на данный момент не мое. То есть мне как-то просто не хочется чего-то новое, наверное, узнавать. Мне пока что типа достаточно знаний, которые у меня есть в мозгу. Но, скорее всего, это все из-за того, что я очень как-то устаю в последнее время. Я делаю очень много всякого говна. И, возможно, из-за этого я просто говорю, устаю и действительно не хочется делать ничего. Но я тоже не уверен. Может быть, не из-за этого. Может быть, из-за этого. Я думаю, оно вернется через какое-то время. А где? А вон. Яд акромантула. Чрезвычайно ценный и чрезвычайно ядовитый. Этот кет выделяется из клешней плотоядного акромантула. По очередным причинам, по очевидным, прошу прощения, гораздо легче извлечь яд из мертвого паука, чем из живого. Ну, логично, да. Обережу плаща банда, пока он готовится провести молниеносное заклинание. Нанесите урон замороженному врагу. Нанесите урон замороженному врагу. Нанес. Обезоружить палача. Где он? Видите палача банда? Я что-то не вижу ни одного. Не, правда, где палач-то банды? Типа он придет... А, вон он! Ай, ладно. Ну, так понимаем, я... Ой, я случайно вызвал коня. Блин, нихуя меня сбили. Опять правофлин. Давайте еще подождем. Давайте подождем, в принципе. Сейчас он будет... Произносить. Все.
И теперь мы просто улетим. И нам защищают вот эти две штуки, которые я сделал, или нет? Интересно. Я думаю, что надеюсь, что да. Но я так понимаю, что нет. Не, засчитали, смотри-ка, нормально. Можно тогда даже и не побеждать. Можно просто заходить в дуэли и выходить из них. Блин, кайфы. Так, я где-то здесь астролябию видел. Мне показалось? Он меня видел прям. Вот тогда не особо учиться. Блин, ну тебе легко говорить, ты уже там. А я в себя не верю, никогда не верил, и мне кажется, верить не собираюсь, поэтому мне немного сложновато. Не вижу Мерлин Трайл. Ну, видимо, летим к нему. О! Площадка для приземления как раз. Нам надо было найти одну. Найс. Блин, я чуть даже проголодался. Теперь я сонный, еще и голодный. Ну и ка. А, вон, кстати, астролябия как раз. Ну, сейчас тоже посмотрим, сделаем ее. Сколько мы уже процентов взяли? Мы 89 сделали. 77! Ебать. Прошу, аж что-то как-то побыстрее все это было. Так, что у нас там? Угу, вижу. Нет, падай! Блять, это будет сложно, шука. Ладно, сейчас будем пробовать учиться. Угу. Угу. О, там лабиринт! Зашибись, вот это я точно хочу. Лабиринты мне очень понравились вообще. Я так понимаю, это всего лишь два во всей игре. Ну, это, конечно, грустновато, но это все равно лабиринты, это очень круто. Очень круто. Очень круто. Круто. Поехали, сделаем его. Так, в этот раз нет никаких записок рядом. Которые я в прошлый раз пописал. Вот, есть, я и говорил. Юнон и Артемизия Блэквуд стали жертвами трагического случая, который произошел из-за их собственной дочери, Лиссандры. Она уродилась с квибом, и ее родители не скрывали разочарования. Лиссандра долго копила в себе обиду, страсти достигли накала на 16-м году ее жизни, когда после одной особенно бурной ссоры она выдала свою мать маглам, охотникам на ведьм. Ранним весенним утром они пришли за Артемизией, а тем же вечером сожгли ее на костре. Что стало с Юноном после ее смерти, никто не знает, но ни его самого, ни его дочь больше никто не видел. Вскоре после этих событий зеленый лабиринт, вырученный Юноном Блэквудом, таинственно исчез из Стоунхейвена. Затем он стал на короткое время возникать в самых разных местах, заманивая в ловушку маглов и волшебников. Так происходит и по сей день. Многие пытались усмирить Блэквудский лабиринт, однако знатоки тервологии склонялись к мысли, что он до сих пор исполняет темную волю своего хозяина, и обуздать его пока так и не удалось. Не знаю, я просто беру, захожу и прохожу. Все. Ничего сложного в этом нету. Абсолютно. Абсолютно. Заходишь такой и ловишь кайфы. Вот, все, изи вообще. Не знаю, что тут усмирять. Пару секунд. Буквально. Так, астролябия где у нас? Тут же тоже, да, где было? Где-то.
Блин, жопа сидит. Ой-ой-ой-ой. Жесть, еще она такая горячая. Вы бы потрогали ее. Она очень горячая, ультра горячая. Так, что у нас тут? Треугольник. Вот так вот получается, да? Ну вот же он. Кит. Здорово, кит. Это платформа, чтобы присесть? Да, это платформа, чтобы присесть. Нет? Засчиталось. Кайф. Так, что у нас еще есть здесь неподалеку? Мерлин Трайл? Ну, поехали. Чем-то еще? Из деревни, но, по-моему, я ее тоже полностью зачистил. Еще вижу один Мерлин Трайл. Окей, окей. Блин, я вижу опять овец. Я не вижу коров. Кору. Кору где? Опять это Гавион и Трайл. Так. Превратите анимага обратно в человека. Ну, это легко. Ой, а тут еще кто-то есть, что ли? Давай не надо. Так, у меня есть как раз обратно в человека превращение. Держи. Кайф. 42 уловки. Они действовали наверняка. Они сказали, если надо задолбать игрока ачивками, мы задолбим игрока ачивками. Он будет плакать, страдать. Говорить всякое плохое про нашу игру. А мы будем смеяться. Где еще эти хери? Lumos. Блин, серьезно, где эти хери-то? Revelio. Где эти светлячки? Алло, хелло. Я вижу только псов. Стоп, так вот они же. Это очень странно, засунуть двух светлячков в одно и то же место. Но это они уже просто ленятся, реально. Это уже просто какая-то лень. Это даже, ну, не знаю. В этом интереса абсолютно ноль сейчас было. Шесть часов стрима. Найс. Так, давай смотреть на карту. Что мы сегодня поняли? Что здесь остался один сундук с сокровищами. Где? Без понятия вообще. А, нашел, кстати, вот он. А как я вот так прилетел? Ладно, хорошо, здесь. Здесь еще... Только одна штука осталась. Это, кстати, близко. С какого уровня я сегодня начал? Я начал сегодня с 32, по-моему, начал. Сейчас 35. Но я обычно считаю по процентам. Я начал с 71%. 6% всего закрыл. 6%, понимаешь? Но я уверенно иду. Уверенно иду. Ну ладно, не так уж и уверенно на самом деле иду.
Ревелио. Так, идем вон ту штуку закрывать. И туда потом тоже полетим. Помню, вот здесь не смог пройти вот эту хрень, по-моему, здесь. Из-за того, что там нужно было замки открывать третьего уровня, а у меня их не было. Или это не то место? Может, и другое место? Не знаю, они примерно все одинаково выглядят. По-моему, другое место все-таки. То было 6% за 6 часов, да. В прошлый раз я со 43 до 69 тоже за 6 часов дошел. Поэтому я удивлен, что так, типа, странно и много времени просрано. И ничего не добился, такое ощущение. Но я делал квесты, может быть, квесты особо не считаются. Как прохож... ну, типа, как процент. Походу, да. Ревелио. Не, ну честно скажу, что прям вот на данный момент устал. Я, в принципе, еще нормально, как бы. Если бы я был живой, я. Да, блядь, да просто прыгни вниз. Все. Все, что тебе требуется. Мне, в принципе, пока еще не надоело собирать это все, летать. Ну, типа, Мерлин Трайл сразу что, типа, надоело. Потому что они одинаковые. Ну, можно было же что-нибудь поинтереснее. Ну, можно же было. Поднимите солдата Банда и Пеплана Бозух и спой. Ты мне не нужна тогда. Так, снайперам не место в этой жизни. Солдат банды. Так, мне нужно поднять его в воздух. И прерывать. Нет, мне надо экспульс надо прерывать. Делай экспульс. Не делай экспульс. Экспульс. Да, не то. Давай, экспульс. Давай. Найс. Я прервал же, эй. Что за... Эй, да и пошел ты в жопу. Да все это видели, все это видели. Блин, может чипсов захавать? Или бутеров сделать, может? Кошмары потом будут сниться, не хочу. Мне, если я ем перед сном, мне потом куча кошмаров снится. И это не очень приятно, если честно. Потому что кошмары обычно реально жесткие. Вот. Пойдем сундучок заберем, который по праву принадлежит нам. Блин, там были только что легкие штуки, которые можно было сделать, но я уже улетел. Так, слушаю вас, что вам надо сделать? Браконьеры мягко... Ой, это сложно, я не хочу это делать. Угу. Редактор US. Так, ну все, вот эта локация получается тоже зачищена. Правильно? Правильно.
Это тоже зачищено. Это? Тут еще много. Тут два редких врага. Ну, кстати, немного. Трайл один, два врага и древняя магия. Окей. Еще квест здесь какой-то есть. Ну, вот сюда идем, получается. Вот сюда. Тут ничего не надо больше. Тут в деревне тоже все закрыто. Ревелио. А почему у меня бесконечный полет сейчас? А, потому что... Нет, он реально бесконечный почему-то. Бесконечный ускоренный полет у меня он. Вот я зажимаю, и он не тратится. Странно. Ладно. Что, может, я над водой лечу? Да нет, вроде. Непонятно. Неясно. Nice to see you here. Ah, Rebellion. Isn't the sea air refreshing? Пока. Поговорили и хватит. Так, Мерлин Трайл неподалеку. Че еще? Тебе штука неподалеку есть. Давай ее возьмем. А, ну и вон там это самое. Вниз надо было спуститься. Окей. Это следующим делом сделаем. Раз мы уже здесь, то давай соберем древнюю магию. Угу, наверх надо. А, кстати, вот это вот. Вот это как раз. Нет, ну это одна из тех штук, которые я не сделал. Все, бросай. Да бросай ее. Бросай ее. Так, потом сюда. Пойду тоже спать. А, давай, спокойной ночи. Всего хорошего тебе, надеюсь. Тоже без кошмаров, чтобы все было. Чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо тебе за компанию. Было прикольно, весело. Хороший зритель, так сказать. Да, приятного. Всего, пока-пока-пока. Мяу. Ладно, гуф. Уф-уф. Я пока еще поиграю. Часик. Incendio. Почищу локацию. Обожаю чистить локацию. Но вы сами думаете, сарказм это или нет. Ну, запрыгни. Где третья штука? Я понял, где третья штука. Походу, вот тут вот. А вот она. И вот он остался один. Одинокий воин на одинокой пустыне. Чего, блин? Что это за куб такой? Это типа текстура не подгрузилась? Слушай, здесь что-то много текстур не подгрузилось. Гнутой бомбардой, окей. Горящего врага бомбарды надо прервать. Окей, сейчас сделаем. Блять. Угу.
Incendio! Defendo! Expelliarmus! Bombarda! Incendio! Easy. Revelio! Так, ну, там есть какой-то замок, но как его взять? Ладно, наверное, похер. Хотя там есть какие-то враги, как к ним попасть? Это уже не похер. Это уже прям не похер. Да нет же, уйди. Уйди! Дайте мне приземлиться, ну дайте. Дайте приземлиться. Incendio. Походу мне сюда, да? О! Какая-то... Ой, она какого-то даже лорда вызвала, ничего себе. Что-то они какие-то лошки вообще были абсолютные. Алохамора. О нет, еще одна карта. Стоунхенджи. Пойти туда. За мост. Этот за водопад. Флиппенда надо сделать. Might be interesting, реально. Так, что надо сделать? Что там? Ударной головой, бомбардой. Окей. И бомбарду давай. Да сучи сыны. Так, все, давайте кому горящий теперь. Стоп, они что, они исчезают? Че, блять? Почему они исчезли? Потому что типа день? Все, кайф. Incendio. Defender. Revelio. Опять из ниоткуда появился. Вы нормально вообще, что так появляетесь? Уже никто не просит, никто не зовет. Их даже никто не любит. А с другой стороны меня заперли. Лол. Спасибо, папаша. Я уже буду просто, наверное, все лицом ловить. В принципе, я уже, так сказать, я уже достаточно. 35 из 36. Одного не хватило. Ладно. Так, тут что-нибудь еще есть на этой штуке? 3, 2, 1, 1, 2, 1. Мерлин где-то есть еще один. Где-то есть еще один Мерлин, а где я? А где? А я не вижу. А я не вижу. А что, 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 что? А где, где? А вон он. Это, кстати, флиппендовский Мерлин. Окей. Душный, но не так сильно. Угу.
какие-то... Тут куча эсок, на самом деле. Бля, это душный какой-то. Я понял. Нужно идти... Ага. Так. По одному знаку, короче, нужно определяться. Окей. Ну, в принципе, нормально. Хотя бы хоть как-то разнообразили, усложнили для меня. Арфу ищем. Нету арфы. Вот она. Блин, у меня уже даже ушки устали от наушников. Больно сидеть даже так. Да, у меня такие наушники, которые типа сжимают уши. Из-за этого, если типа долго-долго сидеть, ушки болеть начинают просто. Потому что очень сильно сжато. Угу. Кайф. Да он вообще не трики. Лох вообще этот Мерлин. Болтун этот Мерлин. Шалтун-болтун. Что ж, очередная локация закрыта. Очередные кайфы были пойманы. Так, тут два. Один Мерлин еще остался. Одна астролябля. Платформа. Один чел. Пять сундуков. Ёлки-палки. Раз, два. А в Хогвартсе нам там еще ходить сколько? Но испытания Мерлина, смотрите, почти все закончили на самом деле. Страницы руководства почти все закончили. Сундуки собрали. Блин, ну так-то мы прям на финишной прямой, я бы сказал. Хогсмит надо бы только еще подзакрыть. Как-нибудь. Хогсмит. Так, ладно, погнали сюда, видимо. Давай, например, вот отсюда начнем. Ревелио. Туда, по идее, можно телепортироваться, да, просто. Я на самом деле зря лечу. Что-то у меня бесконечный полет, на самом деле. Так что. О, начал заканчиваться. Понял, значит, не такой уж он бесконечный. Блин, у меня еще карты есть, нужно будет потом карты искать, долбить. В принципе, норм. Кстати, мне кажется, мне вот это вот снилось, у меня сейчас дежавю какое-то пришло. Сейчас вот прям острое дежавю появилось. Реально жестко. Безоружить палача, да почему такие душные задания дают мне? Свою молниеносную. Ну, давай. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Ну, ну, давай, давай. Ну, давай, давай, давай. Все, кайф. Что там у нас дальше? Давайте в темное искусство зайдем, что нет. Да не знаю, давай вот это. Какой-то там шкуру неубитого медведя делит. That's mine. Что-то там. Я просто улечу. Пожалуй, пока они меня там не разделили между собой. Я не хочу по кругу пускаться, так сказать. Как бы заманчиво это не было, сколько там Билли Хэрингтона бы не было. Хотя, если бы это был Билли Хэрингтон, я думаю, в принципе, можно было бы на самом деле. Эм.
У меня мышка не работает. Работает. А чё она? Все, починилась, понял. Репара сейчас делать, погнали. Обожаемая репара. Столько раз использовал за игру, просто невообразимое количество раз. Нет, никакой репары и не надо, значит. Не, серьезно, что не работает, он же... Ну вот, вот же. Ладно. Ой, только не тролли. Давайте без них. Окей. Поймайте и бросьте отобранное оружие. Давайте одного из них уничтожим. Так, ты стой. А где его оружие? Там у него оружия-то и нет. Блин, не успел. Он сейчас упадет и умрет, да? Он не умер, он не умер, он не умер. Он умер. А я запорол штуку. Ой, ладно. Ребят, летите. Живите себе с миром. Блин, у меня еще зуб мудрости режется. Немного больно, если честно. Надеюсь, не будет резаться очень сильно, то какого-то стоматолога... Какого стоматолога я сейчас найду? Никакого? Примерно. Ревелио. Блин, где третий? А, ничего себе не придумали, конечно. Я умер? Я умер. Ай, вот это они придумали. Вот это они волшебники, конечно. Спасибо. Вот это было круто сейчас. Вот это было... Вау. Блять, и все заново начинать, что ли? Да ебаный. Эмман. Опять ребят делать репера. Ладно, хотя бы не надо, наверное, замок открывать, да. И как мне там спрыгнуть тогда? Как мне спрыгнуть тогда туда? Если они мне запрещают попадать на лодку. Можете просто слететь? Да. Давайте просто слетим. Кайфы. Да, кстати, в этот раз нет у меня Одинс, чтобы показывать, насколько я крутой волшебник. Ноль Одинс, так сказать. Not quiet enough. Так, что там? Здесь Мерлин. Там ничего нет, там ничего нет. Мерлин. Ну, это далеко Мерлин. Я бы где-нибудь вот туда он сходил бы. Я вижу раз, я вижу два штуку, три, четыре, пять хрени туда. Там он враг, и еще там есть вот эта вот древняя, так сказать, древняя хрень.
Так, что вам надо? Зарядите дозорного сторонника, используя заклинание бомбарда, пока он заряжает свою магию. Зарвите. Давай. Вставай, 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 вставай. Вставай, 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 вставай. Давай, давай. Ну, 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 ну. Ну, 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 ну. Блять, не то использовал. Почему такие душные постоянно попадаются заклинания, я не понимаю. Зачем так душить ты меня? Давай. Ну. Все, кайф. Так, следующая опять темная, точнее не темная, а древняя магия. Надеюсь, она будет простой. Но, видимо, она тоже не будет простой. Я уже вижу, как там развалилось, нужно ревелию применять. На кладбище тут еще какие-то мертвецы стонут. Надо, кстати, одного убить, мертвеца. На самом деле. Давайте вот так сразу и все. Все, всех инферналов победили. Больше инферналов нету. Я же могу сделать вот так вот, да, просто и залететь. И там вторая, третья. Так, вот вторая. А третья где? Вон третья. Что-то меня обыгрывают пока что. Там момент приземления невозможен. Ладно. Ой. Ой-ой-ой. Блять, опять сломал ту штуку. Угу, класс. Еще полчаса надо продержаться, ребят. Но я не думаю, что вообще что-то веселое здесь будет. Мне кажется, что пик своей веселости я уже просрал. Осталось только боль. Кстати, прервать удар еще пока не поздно. Давайте прервем удар. Это тоже простая достаточно штука. Так, инфернал. Да что вы такое? Да не в того же, ну! Нормально, нормально, он еще жив. Да сучий сын. Вот это, давай. Еще раз. Давай. Найс. Тролль в броне, смотрите. Красивый какой. Ух ты! Ебать, он меня с одного удара. А есть. Я исцелиться не смог! Какого хуя? Я на G нажимал. Так, ладно, чё, где там автосейв был? Расскажите, пожалуйста, покажите. Ну, нормально, хотя бы тут. Я, может быть, вон сейчас опять уловку эту сделаю, если там нормально будет. Удаль над головой, да, такая же. Причём только опять один загорелся. Всё. Да не Экспеллиармус, хорош.
Возьми и лети. Да блядь твой. Так, где следующая? А куда дальше-то? Тут же что-то где-то было, нет? А, ну, вон, видимо, Мелентрейл и Астролябия, да? Погнали. 8.42. Мне кажется, это самая душная ачивка на самом деле. Time, да я уже видел, что. Флиппенда опять. Ты же сам видишь, у тебя же глаза тоже есть, как у меня. Почему он не говорит, типа, да блять, опять этот ебаный Мерлин? Опять он со своими этими ебаными загадками. Я знаю, что это Флиппенда. Почему он так не говорит? Почему он не говорит, что типа, блять, как ты задолбал меня, Мерлин? Со своими загадками уже. Угу. Пять, блин, Мерлин. Фига себе, как много. Ой-ой-ой, что лагать начало. Может, разряжается, походу, у меня этот самый. Наушники, наверное, разряжаются. Так, где там Флиппенда? Найс. Кайф. Жаль, вот эти нельзя еще пропускать тоже кат-сцены. Типа, я понял, Мерлин. Типа, Мерлин, я понял, что ты здесь. Что ты, типа, клевый чел, а я, типа, сосун-пеструн. Ну, типа, елки-палки, хватит появляться, пожалуйста, здесь. Да. Амит никогда в жизни сюда не придет, он ссыкун же, тот еще. Каким образом здесь Амит вообще окажется? Так, вот так. Супер, спасибо. Большой пес, это я большой пес. О, площадка для посадки. Есть тоже, отлично. Флиппенда. Да какой Флиппенда, чувак, дружище. Поехали дальше. Мы были вот в этой же штуке. По-моему, да. А вот в этой? Один из двух сундуков. Там ноль из двух сундуков. Йоу. Ну, давайте чистить сундуки, пойдем в эти штуки. Бля, ноль из двух сундуков. Я там, походу, реально не особо сильно задерживался. Способ Мандрагора против врага. У меня, по-моему, нет Мандрагора. Угу. Держите дух алков в воздухе. Не буду. Ничего из этого делать я не буду. Потому что мне похеру. Похеру. Погнали искать. Два сокровища. И там выбежим отсюда сразу.
Так вот, да, где все сундуки прячутся. Которых я не могу найти, не смог найти. Поймайте и бросьте отозванное оружие. Окей. Все. Окей. Опять сюда? Окей, поехали. Ну, хотя бы немного весело. Вроде. Блин, ну нужно было сразу здесь два сундука найти, конечно. Потому что теперь смотрите, как долго мы это все делать сейчас будем. Туда-сюда ездить, ходить. Это будет то еще приключение. То нельзя взять, что ли? Ну, походу, нет. Может, отсюда можно? Походу, нет. Акио. Поймайте и бросьте отобранное оружие опять. Блять, он еще живой, что ли? Все. О, первый сундук нашли, смотри-ка. Вон он. Не-не-не-не-не-не. Он сверху. Он сверху. А как так? Как он сверху может быть? Каким образом? А те челы снизу. А это как? Так что непонятно происходит. Меня кто-то обманывает опять. Ладно, вроде нашли. А как там он? К боссу сходить? Я хочу к боссу сходить. Теперь сундук ниже находится. Все, пошла отсюда. Ну прыгай, пожалуйста. Блин, ну они, конечно, этот сундук запрятали прям в самую клаку мира всего. Воу. Так, теперь давайте как-нибудь вниз спустимся к тем челам. Не знаю, каким образом. О, ну, кстати, наверное, вот так. Да? Еще он там, кстати, не до конца все посмотрел. Может быть, сейчас здесь сундук вообще будет. Не, не тут. Блин, ну я хз, где сундук? Вообще. Ноль понятия, ноль соображения. Два часа. Гриффин? А, нет, я не Гриффин, я Пуффендуй. Смелый, так сказать, Пуффендуй. Убийцу сторонников Ранрака надо замедлить. Где мой? Где убийца? Это не то.
Считается, считается. Взовите дозорного сторонника Ранриков с использованием заклинаний бомбарда, пока он заряжает магию. Вы просто ёбнулись. Другого слова у меня уже нет. Вы охренели, что ли? Так, бомбарды теперь. Взорвите с помощью заклинания бомбарда. Да он быстрее делает свой щит, чем я скидаю в него бомбарду. Ёлки-палки, ребята. Остальные гостиные. Гостиные чекал, но дома сами по себе еще пока не играл. Ну, я вообще, на самом деле, по-моему, только в одной был. Только у слизеринцев. И все. А так остальные гостиные нет, не чекал. Можем, в принципе, сходить, я думаю. Если интересно посмотреть. Но я для ачивки скоро буду и так выполнять все эти задания, все эти штуки. И по итогу в каждой гостиной я буду находиться. Вот, а чё? Какие советуешь? Какие тебе понравились? Гостиные. Мне, в принципе, пуффендуйский понравился. Такой миленький, приятненький просто, я бы сказал. Уютненький. Правда, у них что-то слишком много зелени. Это надо перса создавать и до фака залетать. Ну да, нет, тогда еще пока не чекал. В видосах видел. Вот в видосах я тебе точно могу сказать, что видел. Вот этот слизеринский как раз. И все. И больше не смотрел. Но это будет скоро. Говорю, там 100% надо ачивки выбивать на этом говне. Так что это там еще будет. Сначала Коктевран, Гриффин, потом Пуффин. Ничего себе ты составила. Ты все три раза прошел или типа стартовал? Тебе не нравились вот эти вот штуки? Типа, какие у них, так сказать, дома. И ты забивал. Так, что так? Не сюда, что ли? Зачем сюда подниматься тогда, если... Отсюда вообще никуда нельзя отойти. Ладно, это, видимо, было по сюжетке. Визлфорд и всех раз всегда был Слизер. Я на Визлфорд был как раз пуффендуем, поэтому пуффендуем и остался. Не знаю, пуффендуются прикольные ребята такие, типа, за приключения, за какие-то такие вот, знаешь... Интересные штуки. Не то, что там с каким-то слизерин. Хотя не знаю, за что слизерин. Мне кажется, слизерин за наёб всех людей вокруг. Просто социально, понимаешь? Ты в итоге себя ассоциировал с кем? По финалу, так сказать. По финалочке. Кто тебе больше всего приглянулся? Слушай, давай сюда вниз прыгнем. Я не думаю, что мы умрем. Угу. Гродбик. Смерть. Поймайте и бросьте отобранное оружие. Окей. И победите врага с помощью тентакула. Отлично. Тентакула. Тогда, в итоге, чё, как? Какая понравилась гостиная больше всего? Рассказывай. За кого мне следующего стартовать? Когда я закончу здесь все ачивки на коллектаблс. Давай, добивай. Тентакл, давай! Найс. Вот, а тогда, сорян меня, я уже вяленый, я уже устал, и кошмар капец как. Уже все-таки 7-й час идет стрима, я устал. Я хочу спать. Но пока не представляется такой возможности.
Когтевран в игре какой-то дрочерский. Квестгиверы из Когтеврана все такие пучки реальные. В Гинторе типа Нормис и Пуфин мне дошел как нейтральный факультет для прикрытия ГГ, которому по сути все это факультеты до палочки. Ну да, да, да. Мне кажется, что Пуфин вообще создавали всю игру специально для Пуффендуев, учитывая, что только у Пуффендуев есть специальный квест в Азкабан. У других типа нету. Так что, видимо, игра для пуффендуйцев чисто создана. Блин, мне надо здесь где-то еще сундук найти. Где его найти? Я хз. Вроде здесь уже все прибежал. Свой квест есть? Да ладно, я думал, только у Пуффендуя есть свой квест. Если у всех есть, тогда окей. Я почему-то только думал, что, например, Азкабан у Пуффендуя и все. И больше, типа, ни у кого ничего нет. Так, я вижу там сверху проход. Походу, там сундучок и есть. Или у типа остальных домов они просто такие, типа, не особо интересные. Не такие интересные, как у Пуффендуя. Еще есть пролет в башню на метле из Хогвартс. Вингардиум Левиоса. Бля, что происходит? Акио. Вингардиум Левиоса. А что у Слизерина? Что-то с подземельем связано? Только Пуффин помню. Ну вот я тоже, собственно, Пуффин и прохожу. Ну, я прошел, точнее. Сейчас я просто занимаюсь всякими коллектиблсами, вышками, башнями, там, не знаю, доп-квестами. Вот. То есть, буквально, занимаюсь ачивками, короче. Ничего интересного не делаю. Очень нужны ачивки, вот и делаю их. Без них я как-то не чувствую, что закончил игру, поэтому делаю, дрочу. Хоть немного это, конечно, и выматывает меня. Блин, сундук-то не здесь оказался, походу. А где тогда он? Куда мне идти? Где второй сундук? Чистим-чистим пещеры. Ревелио. Не, правда, куда идти за вторым сундуком-то? Обратно, типа, ехать? Я где-то его сзади пропустил уже. Получается так, такие вот дела. Как-то ну, вот так вот пропустил я, видимо, там. Не уследил. Вот, а в целом, что, как тебе игра? Понравилась, не понравилась? А то многим не понравилось. Многие говорят, что это отборный кал. Типа, вот, мне понравилось, я как-то 4 из 5 поставил. Ну, если с ачивками, то, конечно... Если с ачивками, то, конечно, 2 из 5 я бы поставил. Потому что все-таки скучновато. Пересоздавать, может, пойдут. За Слизерин обязательно буду играть. Ты слизеринский такой. Парень. Нам надо вон туда наверх как-то попасть. Что-то тебя там прям реально Слизерин тянет. Ты это не увлекайся, слизеринцы, они это хитрые ребята. Жесткие ребята. Ну, как сказал, есть чисто по челек, золки, лучше все Пуффендуй. Да, да, я согласен. Пуффендуй, кайф. Вот этот весь Гриффиндор. Я где-то там в шорцах в видосе рассказывал уже про все Гриффиндоры, Пуффендуи, Слизерины. Точнее, Когтевраны. Вот Пуффендуй — это просто топ-тема. Но я уже не вспомню, что я говорил. Тебе легче пересмотреть, если будет интересно. Где-нибудь там найти. По-моему, там так и называется, типа, про дома или типа такого. Вот, а еще, кажется, все-таки не нашел. Сундук-то второй. Может, нашел? Давай, выйду, посмотрю. Не хочу бегать по этой пещере, если я его нашел.
Димитриш? Ничего себе, здорово, Димитриш. Ты что-то это самое, не спишь как-то? Поздновато. Игра очень мощная, дорогая. Сейчас просто каждый третий критик, а по факту поиграть в игру на полноценном уровне могут немногие, так как она требует хай-энд железа. Хм, ну, наверное. Я с такой проблемой не связывался, поэтому... Не сталкивался, поэтому не хз. Ну, действительно хай-энд. Хотя, мне кажется, можно все повыключать, да тогда и хай-энд, в принципе, не нужен будет. Вот. Каждый третий критик, ну да, но я бы сказал, что, скорее всего, каждая третья игра просто, каждая вторая игра одинаковая. То есть, типа, ну, Hogwarts Legacy — это буквально как Assassin's Creed какой-нибудь, понимаешь? Rebellion. Где тебе нужно постоянно дрочить башни, точки и так далее, лягушки. Ты не поймешь, где на ней 150 миллионов долларов. Так, ты, по-моему, что-то, видимо, пропустил. Ну, да мне, в принципе, пофиг, наверное. Не знаю, я на графоне просто никогда внимания не обращал. Мне, в принципе, нравится сама вселенная, мир. Открытый мир мне просто тоже нравится такой. Тоже приятненький, кайфовенький. Поиграть приятно. Засидеть вот так вот пару вечерков. Покататься на вот этих вот шахтах. В принципе, все по кайфу и красоте идет. В принципе, боевка тоже прикольная. Стелс вроде тоже нормально сделали. Так что да, как-то ни к чему не придраться особо. Да, игра невероятно красивая. Тут true story. Тут true story. Слушай, ну я вон там вижу какой-то сундук. Но это не тот все еще сундук, мне кажется, который нам нужен. Вон там вижу какой-то сундук. Блин, как туда попасть? Акио. Не понимаю. Может, я все уже опять сонный. Из-за этого уже не вкуриваю. Что, как делается здесь? Я вижу вот это. Ну, надо туда. 100% надо туда. Каким образом туда пройти? Чего, так поздно стримлю? Так я стримлю уже 6 часов. Ой, 6. 7 часов уже стримлю. Так что не поздно. Я начал рано, просто... Засиделся, я бы сказал. Может, надо что-то вот с этими штуками сделать? Вообще не понимаю, если честно. А это в сторону. Отход. Ревелио. Вообще не понимаю, засада какая-то. Просто это же ВБ издает. Очень качественный фантик для фэнов. Ну да, 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 да. Вот это вот все и говорят, что это типа чисто фантик для фэнов. Ни РПГ, ни экшона. Ну, экшон есть местами, местами есть. Пара квестов прям такие, достаточно приятные экшоновые были. Вот. Мод комьюнити смогет, будут РП-сервера. Это будет хоть что-то в плане реализации потенциала. Серьезно, РП-сервера планируются, поэтому. Ни хрена себе. Это действительно, да, будет какой-то такой скачок прям в ультраперед. Ультраперед. Да, да, да. Вон он там сундук написано было. Ну как к ним пробраться? Вообще непонятно. Давай-ка еще раз сядем на это говно. Блин, офигенно будет. Но я, наверное, не буду все-таки в РП играть. Это не мое. Все-таки ролеплей. Это не так для меня интересно, наверное. Хотя, я люблю ДНД. В ДНД бы поиграл, ну, чисто с друзьями. А РП, если играть, то там же это надо играть с рандомными людьми. Так что, блин, это опять не то.
Все не то. Что за... Что за такое вообще? Что ты, Наверное, я просто реально уже устал. А я могу просто выйти с какой-нибудь другой станции, не с этой? Видимо, тоже нет. Если ты еще особо не играл в другие экшен-игры, это формата. Ну, моба трех разных размеров, механик, которые все... Ну да. Да нет, я играл в подобные типы игры, но мне было все равно, в принципе, весело поиграть в игрушку. Fallen Order или Elden Ring. Да, Elden Ring был крутой, но Elden Ring тоже был такой немного пустоватый, я бы сказал, на самом деле. Плюс квесты в Elden Ring такой калище было, боже, как, блин, ну я не знаю. Мое неуважение было к квестам Elden Ring. Когда, типа, тебе никто не говорит, где будет NPC, и ты в итоге, типа, всех NPC-шников просто просираешь, потому что они либо умирают, либо еще что. В итоге ты хотел там, не знаю, какой-нибудь квест, и без помощи своих друзей, или, типа, Гугла и Нета, ты нихера тоже не поймешь и не сделаешь, потому что да хуй его знает, где эти там квест находятся, квест-гиверы. Ghost of Tsushima не играл, Sekiro, ну, видимо, мне не очень понравился Sekiro. Я дважды начинал, но дважды как-то и забивал на Sekiro. Слушай, потянулась, смотри-ка. А что открылось? Что где открылось? Вот это что ли открылось? Йоу. Секир не понравилось. Слушай, да как-то мне не понравилось управление там. Вот эти все туда-сюда закарабкивания с крюком этим. Какие-то прыжки, потом непонятные постоянно. Мне надо просто больше типа времени дать поиграть в Секира. Потому что я начинал буквально там, не знаю, час-полтора играл, а потом нужно было уходить. Боже, все наконец-то. Ты ебаный сундук, собран. Можно как-нибудь быстро из данжа выйти? Походу, нет. Вот. Может быть, на компе мне понравится играть в Sekiro больше. Я играл на плойке. Мне, может быть, не нравится играть на джойстиках. Тоже, в принципе, как вариант. Вполне может быть. Вот. Не казуальная игра, да. Да. Ну, не знаю. Elden Ring я прошел, но Elden Ring там... Конечно, можно было спокойно читерить, то есть взять себе дупельгангера и с дупельгангером всю игру просто проходить. Вот. Но даже если так, то все равно, типа, финальный босс достаточно сложный был, я помню. Ну и, типа, парочка других боссов. Боевка именно крутая, ПКМ. Ну вот, хз, не нравится мне блочить атаки, все эти парирования. Типа, по идее, оно должно давать тебе... Маленью убил, конечно, да. Маленью вообще я с первого раза ее убил. Я не знаю, почему все плачутся на ней. Я просто пришел к ней и выгодрил ее. Все. Let me solo her, так сказать. А что там было? Пропустил вопрос. Казуально, да, более нишевая. Ну, я не фанат, наверное, просто Dark Souls игр всех вот этих. Вот я потому что не ловлю кайфа с убийства боссов. Для меня это как в программировании, например. Ты, типа, прогаешь, тратишь кучу времени. И потом когда-то ты просто, типа, побеждаешь в итоге, типа, преодолеваешь трудность. И, типа, такой, вот так вот чувствуешь себя. Но я так себя не чувствую. Я чувствую, что я просрал время, и мне было херово. Чё? Ты что, не знаешь, кто такой Let Me Solo Her или что? Ghost of Tsushima. Хороший баланс между Souls-like и Story-driven. Да, Ghost of Tsushima я не купил. Вот ее я хотел попробовать, но не покупал ее. Поэтому нет, мне не гамал, например. Ну да. В нее хотелось бы. Посмотрим. Может быть, как-нибудь бы. В Нио-х играл. В Нио-х, кстати, тоже как-то не так сильно понравилось. Я там прошел 3 босса, 4, наверное. 3-4, хз сколько.
И потом забил, потому что там, типа, реиграбельность одних и тех же уровней. Мне не понравились вообще уровни, если честно. Блин, там... Как-то я прям там, не знаю, вот эти вот длинные уровни, ты умираешь, и на тебя весь уровень заново проходить, туда-сюда бежать куда-то. Все равно, что Малениус первый раз. А, ну я говорю, Малениус первый раз, да, заварил. Малениус, что, которая бабочка такая, правильно? Огненная. Сейчас посмотрю. Маления. Да. Изишная вообще была. Не знаю. Не почувствовал Малению, короче. Да, ну, типа, Дупельгангер там часто решал. Но на Малению он не решал особо. Он там, я помню, слился в самом начале. У меня было кровотечение. У меня было оружие с кровотечением. И вот оружие с кровотечением просто все время я только раз, два, три делал. Готово. У него кровотечение. Отходил немного, побегал, поуклонялся. Раз, два, три. Хоп, кровотечение опять. Все, отошел обратно. Не знаю. Поэтому я говорю, что как-то не почувствовал. Он просто взяла, сдохла. У него специфический сеттинг, не адаптивный для Европы. Ну, наверное. Но это, в принципе, тоже не... Не показатель, наверное. Нет, в принципе, мне понравилось, но просто не сильно. То есть не захотел на нее сливать время и возможность. Плюс я потом подумал, если там я ачивки буду убивать, то я там сдохну. То есть, например, в Elden Ring я ачивки все сделал, и это было достаточно просто. Ну, Дупельгангер там, конечно, все решил. Но если бы мне друг не сказал, что есть Дупельгангер в игре, я бы страдал, конечно. Так он мне сказал, Дупельгангер есть, смотри. Я его один раз, по-моему, пропустил. Я очень долго на горгульях, помню, сидел. Вообще, бля, горгулей хейтил абсолютно. Ладно, уже спать, пойду, умираешь. Все, давай, приятных снов. Пока-пока. Я буду потихоньку добивать все-таки. Горгульи вообще, да, что-то меня там ебали. Только так. Без маски, без всего. Я не помню, чтобы меня кто-то еще... Я помню, знаешь, кто еще ебал? А, рыцари. Рыцари меня еще ебали. А, которые, типа, в испытаниях, куда ты заходишь, типа, и там вот такой вот герой. Я помню, там был рыцарь, этот убийца. Его, по-моему, убийца звали. От которого как раз я и взял оружие с кровотечением. Вот он меня просто так ебал. По-другому это не сказать. Еще помню, меня замораживающий рыцарь ебал. Вот это тоже, конечно. Понял, приятной игры. Скучишь стаут. Как пиво. Приятного сна, точнее, да. А спокойной ночи всем. Хороших дней, ночей. Приятных бормочей. Долбите, живите и плешни не ешьте. Топ снов. На 1 июня. Все зависит от того, насколько у меня будет 2 июня. То есть, я тебе говорю, у меня волонтерство в Брно будет. И типа, если туда нужно будет приехать к 7 утра, то, скорее всего, мне нужно будет приехать уже в четверг. А в пятницу уже быть там на месте. Потому что иначе я сдохну. Ну, может быть, они отагрятся уже, нет? То есть, говорю, все будет зависеть от того, во сколько будет начало. Если, ну, типа, начало будет где-нибудь 12, тогда спокойно идем. Вот прямо спокойнейше идем. И наслаждаемся, да, концертом. Может, пауки уже отагрятся от меня? Пожалуйста. Он все, пошел пиздить их. Заебали. Ей-богу. Надеюсь. Ну, я тебе сообщу. Типа, говорю, билет уже куплен, так-то у меня и все дела. Так что единственное, что меня останавливает, это то, что... Да я не знаю, может быть, мне не ехать на самом деле в Брно. Что-то я вспоминаю волонтерство. Нет, я помню, что это было очень круто. Прям мне балдеж. Я даже как-то отдыхал примерно таким образом. Там стулья таскал. Выполнял всякую работу. С людьми болтал. Проблемы решал. Было кайфы. Кайфы ловил, короче.
Вот. Блядь, да сколько можно этих пауков? Ну что за хуйня? Просто пиздец. Как? Ну на. В общем, короче, да, я буду держать в курсе, само собой. Вот. Работу бы получить, вот это бы мне вот это хотелось. Вот это бы мне хотелось. Вот это было бы круто. Но я слишком волнуюсь и нихуя не знаю. Когда собес, я тебе говорю, они мне не написали. У меня нету данных. Она мне позвонила, сказала, типа, отправить мне всю информацию по почте, но ни в четверг ничего не было, ни в пятницу ничего не было. Ничего не было. Так что, хз? Хз когда? Может, и не будет. Может, все-таки я не подошел. А то я там сказал про зарплату в 50. Они такие, что? Наверное, такие, знаешь, все такие, что 50? Нет. Вот, я такой, ну вот. Я не понимаю. Я не могу отагриться, но он не отагривается просто. А никак выйти отсюда нельзя по-другому? Ну почему? Ну почему, блядь? Все, я уже даже невидимости. Давайте. Ну, я думаю, если типа собес будет, то они мне, наверное, вот на этой неделе и напишут. Бля, да ну что мне сделать надо уже, блядь, ну кому? Кому хуй отсосать, чтобы меня выпустили из этого подземелья ебливого? Серьезно, ну что мне надо сделать? Я всех убил уже. Всех убил, абсолютно. Ну, надеюсь, норм будет. Блять, какая-то хуйня. Сука, эти ебаные ачивки, блять. Ты меня не выпускаешь, сучий, блять, сын. Можно все. Спокойной ночи, да. Да, я все отпишу, не волнуйся, буду держать в курсе. Ну когда отагрюсь? Мне нужно всех врагов убить, серьезно, что ли? Ну, блядь, ну... Заебали, блядь, говнари. Пис, давай. Хорошего сна. Да я тоже скоро пойду. Уже на самом деле пора бы идти. Пора бы заканчивать. Честно. Да, конечно, Люмус, какой еще? Кто еще? Ой, блять, давай сюда. Да не на мать, зачем на мать-то? Вон то говно. Вон то сверху говно. Чё твою мать. Давай. Инсендио. Дефендо. Бомбарда. Все. Блять, какая-то хуйня все была. Ну хотя бы испытание на пауков затащил. Блин, мне сейчас это самое, я бежал, мне померещилось, что я лицо этого самого чувака из пилы увидел. Вот эту белую маску, кошмар страшно. Я походу все, глину начал. Еп! Не надо умирать. Не надо умирать. Только не этого. Не надо. Дайте мне выбраться, пожалуйста.
Жесть, 7 часов стрима, 7 часов жизни просто в никуда. Прикиньте, сколько можно было бы сделать всего за 7 часов. Наверное, пора отказываться от игр. Может быть, отказываться от стримов? Стрим раз в неделю, в принципе, нормально, да? Не знаю. Не знаю. Чё тут? Давай сдадим квест ей. Окей. Раз квест сделан, значит, можно его сдать. Да. Miss... Oh goodness, Ruth, how's my sweet Rococo? May I have it? Тогда забирай вообще. Мне вообще пофиг на этих животных. Oh, I can't wait to get him. From now on, I'll keep Rococo on a lead. Да. Шляпы смехом нюхали. Лол. Хорошо. Че, 34 левел мне дадут? Походу не дадут. Так, значит, что у нас здесь? Все. Ну, тут много всего еще. Ну, немного. 4 Merlin Trail, 4 сундука и один этот. Окей. 4 Merlin Trail, 4 сундука. Мне надо вот сюда. Ну, кстати говоря, давайте на этом остановим запись. Я еще, наверное, поиграю, потому что что-то мне пока еще, в принципе, не спится. Но следующая запись будет, наверное, на полтора часа или типа такого. Вот. А, спасибо, что сидел. А всего тебе доброго, хорошего, чтобы всегда был уют в твоем доме и свет. И надеюсь, счета за газ, за электричество и за воду никогда не будут превышать норму и всегда будут в пределе разумного. Чтобы ты, когда платил, если платил, то у тебя всегда были деньги, все равно оставались на счету. И ты был таким же крутым, сильным, как Капитан Стар. Давай, спасибо тебе. Пока-пока. Буп. Йоу.